Причиной негодования зрителей стала программа «За гранью» на НТВ, которую ведет Сергей Соседов. На журналиста спустили всех собак, и его судьба может очень резко измениться. Некоторые россияне полагают, что под видом благородных целей шоумен попросту копается в грязном белье героев передачи. И вместо помощи попавшим в беду людям Сергей Соседов накручивает рейтинги, отбивая зарплату. Зрители обрушились на музыкального критика с негодованием и гневом. Они требуют прогнать Соседова с федерального телеканала. Закрыть немедленно эту грязь. Это просто отвратительно. Гнусно и мерзко. Что делает Соседов на телеканале? Абсурд, пишут интернет-пользователи. Отметим, что Сергей Соседов часто высказывается не только о представителях российской эстрады. Его излюбленной мишенью для этого до некоторых пор была Алла Пугачева. Музыкальный критик не лучшего мнения о сбежавшей из России Примадонне. Ранее Сергей Соседов высказался об отечественных телеведущих. В частности, строгому разбору авторитетного критика подверглись Ольга Скобеева, Маргарита Симоньян, Евгений Попов и Владимир Соловьев. Шоумен раскрыл секрет популярности ведущей программы «60 минут» на телеканале «Россия-1». По мнению Соседова, Скобеева великолепно управляет мужским диалогом в студии, что встречается довольно редко.